Сериал «Содержанки» – это один из самых откровенных российских сериалов. История рассказывает о богемной жизни столицы, где много власти, денег, красивых девушек и, конечно же, страсти, похоти и даже, возможно, любви. Третий сезон сериала создатели назвали брутальным, поскольку в нем приняли участие много известных актеров, таких как Виктор Вершбицкий и Александр Молочников. Также в третьем сезоне зрители увидели Глеба Калюжного. Многие поклонники сериала интересуются, будет ли продолжение. К сожалению, после финала третьей части авторы решили закрыть проект. Четвертого сезона сериала «Содержанки» не будет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.